Оружие! Оружие! Долбоёб! Джесси Пинкман. Не воровка! Не шалава! Снова такого! Раньше не знала, не воровка! Не шалава! Жить началась! С базара вокзала! Кулешова подтывай! Ла-ла-лай! Кулешова подтывай! Ла-ла-лай! Пидоры! Коня, это же лучше будет. Это даже не считается. Праздник не удался. Я пошла брать интервью. Никто не дал. Купила шарик, он лопнул. Вот все ходят, на меня не смотрят. Интервью никто не дает. Меня в итоге закрыли. И вообще, все вот так вылупились и смотрят. Чего вы смотрите? Марина Холодова, это видео специально для тебя. В каком месте я жирна? Ну, в каком? Где ты видишь жир, прям такой капец, что можно было меня капец какую жирную назвать, а? Где? Где ты видишь меня жирной? Сосалку закрой, ладно? Оставьте меня! Оставьте меня здесь! Здесь! Иначе, блядь, ёбаный в рот! Вот так мы покатались. Там из двигателя идут пузырьки. Похоже, он будет весь в воде. Но главное, чтобы не... гидроудар. Чё-то я этого очень боюсь. Да нет, гидроудара не будет. Ты заглушил его еще до того, как пузырьки пошли. Не знаю. Не знаю. Блин, жалко до слез. Ну что же, плакать что ли? Ну шо, как надо вытаскивать оттуда? Глянь, такая, Титаник. Титаник дубль 2. Блин, это вообще кошмар. Мы утонули по самое не хочу. А что не хочу, там уже тонуть будешь, там же некуда просто. Один багажник остался. Да, Натали, это полный П. Вот, да, вот именно вот так он выглядит, полный П.